Всем привет, ребята, с вами я, ваш дружелюбный сосед, Сёвуш, мастер. В этом видосе я вам покажу, как сделать новый, усовершенствованный и самый мощный веб-шутер в мире. Знаете, почему самый мощный веб-шутер? Потому что, когда вы веб-шутером стреляете просто обычным снарядиком, то снарядик летит как пуля. Если вас уже заинтересовал этот видос, советую вам сразу же подписаться на мой канал, а также сразу поставить лайк и написать свой топовый комментарий, и я отвечу. А все остальное вы услышите в финале. А теперь приятного вам просмотра! Вот такой чертеж вырезки шутера пришлось сделать. Кстати, чертеж шутера тоже заранее сделал и выложил его в свой телеграм-канал. Переходите на мой телеграм-канал по ссылке в описании и не забудьте подписаться. Потому что там я выкладываю очень много интересного. Итак, сперва нужно сделать браслет веб-шутера. Обводим края малярной черной ручкой. Убираем вырезку. Отлично, дальше вырезаем канцелярским ножом. Супер, готово. Дальше сгинаем браслет, как показано на видео. Дальше нам понадобятся черные липучки. Склеиваем их на браслет шутера, как показано на видео. Смотрите. Все, супер, браслет наконец-то готов. Теперь будем делать пружинку. Я купил один пистолет и вытащил сразу две пружины. Верхнюю часть пружины закрою картоном, потом суперклеем и так далее, а дальше сами все поймете, как все делать. Супер, пружинка готова, осталось склеить ее на веб-шутер. Склеиваем, как всегда, горячим клеем. Отлично, теперь осталось сделать верхнюю часть веб-шутера. Отлично, верхняя часть готова. Теперь осталось украсить веб-шутер и готово. Отлично, супер! Веб-шутер очень шикарно украшен. Теперь нужно сделать картриджи. Супер, картридж готов. Теперь наносим по краям суперклей. Снизу склеиваем альбомным листом. Готово, супер. Дальше снизу склеиваем липучку. Готово, супер. Картридж готов. И сделал сразу несколько.
А теперь самое классное. Будем красить веб-шутер акриловыми красками белой, черной и красной. Супер, идеально и очень красиво покрашен. Получилось очень красиво. Теперь предпоследнее нужно сделать рычаг. Смотрите и запоминайте, как все делать. Теперь две части соединяем скотчем, но лучше использовать изоленту. Изолента даже лучше. Все, отлично, рычаг готов. Осталось по краям сделать суперклей, покрасить акриловыми красками, склеить на веб-шутер и напоследок сделать паутинный снарядик. Ну вот и все, после трех долгих дней работы я наконец-то сделал веб-шутер. И теперь осталось сделать паутинный снарядик. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet. Watching seasons change, our roads were lined with adventure. Mountains in the Честно скажу вам, это один из самых лучших способов сделать паутинный снарядик. Вот и все, паутинный снарядик наконец-то готов и крепко склеен на паутину, очень мощно.
Ну на этом все, народ. Самый мощный веб-штур в мире наконец-то готов. Кстати, стрелять очень мощно и очень далеко. А без паутины где-то 15-16 метров стреляет. И это очень круто. Если хотите меня о чем-нибудь спросить, напишите в комментариях или в моем телеграме. Это самый лучший веб-штур. Вот где вы найдете такие офигенные веб-штуры? Вы их найдете только на моем канале. Ну а с вами был я, ваш дружелюбный сосед Сёлыш Мастер. Увидимся с вами в следующем видеоролике. Ваша цель — 200 лайков. И не забудьте посмотреть предыдущий видос, где я делал серый и новый веб-шутер. Ну на этом все. Увидимся с вами в следующем видеоролике. Всем до новых встреч и всем пока-пока. Fire blood, fire blood, fire blood, fire blood, fire blood.